Случайно прервалась видеосъемка. Посмотрим мы. Так, 22-й дом. Здесь пожарка. А здесь у нас какой дом? Номер. Непонятно. Ничего не написано. Как узнать все это? Это же с этой стороны не написано. Что же это, собственно, за дома? Давайте посмотрим сейчас, что там делается внутри. Ну, тут стройка опять. Стройка. Не скоро снимаю здесь. Тут 18-й дом. Давайте пройдемся по этой стороне. Падают листочки у нас. Сегодня листочки, можно сказать, что это начало лета. Очень жарко, достаточно душно. 17-й дом.
заглянем внутрь, посмотрим, что здесь осталось. Интересно. Спокойно, уютно, тишина. Что-то в этом воздухе ташкентском чувствуется аромат, долго сохраняется. И, наверное, воздух чище, чем где-либо в различных городах. У нас отделение почты вдалеке. Мы туда пойдем. Направо. Тоже вот какое-то монументальное строительство. Что-то построили. Интересно, что же это такое? Частный дом. Ой, солнце опять у нас мешает немножко. Маленький дом тут, все отлично. Да, значит, все посмотрим. Номер 3. Старенький домик. Мы пойдем дальше. Смотрим, что здесь. Внешней стороне они устраиваются такие вот добротные большие дома. Пойдем посмотрим. Здесь 14-й дом. Вот эти дома. Здесь находится корзинка. Корзинка это супермаркет.
дома, площадочки. Вот, друзья, мусорка у нас. Вот, не удивляйтесь. Так, это у нас 12-й дом. Пойдемте смотреть, что там внутри. Здесь у нас школа 5-я с левой стороны. Вот, справимся по дороге, посмотрим. Не по дороге, а по... Все, что же здесь такое? Здесь опять что-то строит, что непонятно. А мы сейчас посмотрим, что строит. Интересно, интересно, что же здесь стоит. Написано, что в 18-м году все закончено. Должно быть строительство, но все так. Мне кажется, вряд ли тут закончится все это. Опять плохо, что солнце светит нам в глаза. Так вот. Еще номер дома я не знаю какой-то. Это у нас сторона. Со стороны массива это номер первый. Вот. И как его отделали с другой стороны. Смотрите. Похожая отделка в этом доме. Так, ну а здесь у нас прекрасный вид на другую сторону. Раньше здесь был пустырь, сейчас застроили такое великолепное здание, посмотрим, все, если будет время. Там у нас Grand Hyatt Regency, если я не ошибаюсь, отель. Давайте пойдемте, теперь пройдемте. Конечно, здесь турецкое представительство, Turkish Airlines. Знаете, это на массиве C4. Можно приехать, забронировать билетики. Так, он у нас Grand Hyatt, но тут единственное, что, конечно, солнце светит с этой стороны, поэтому пройдемся. Здесь школа милиции. Сейчас, в принципе, отменили запрет на съемку. Можно снимать, кроме стратегических объектов. Поэтому непонятно недоумение все-таки местных жителей. Я думаю, что в скором времени все пройдет, потому что чем больше будет людей здесь, тем больше будет снимать. И чем меньше вопросов будет. Вот тут все это относится к гостинице Дедеман, бывшая. Сейчас мы посмотрим, как она называется. Винзу, кажется. Заглянем
дворик. Смотрим, что здесь. А, с этой стороны. Дома. Отсутствует нумерация. Это... Так, и возвращаемся обратно. Посмотрим, что же там интересного еще. Будем заканчивать съемку. Вот у нас Grand Hyatt Regency. Отель впереди. Там у нас отель Silk Road. Здесь у нас бывший Бедоман. Сейчас мы узнаем правильное название. Отель. Так, велосипедная дорожка. Надо быть очень и очень предельно осторожным. Иначе нас задавят велосипедисты. В общем, мы пойдем по этой стороне. Ночной Ташкент очень красив, много иллюминации. Но мне нравится дневной Ташкент, когда свежо, тепло, много зелени. Это лично мое субъективное мнение. Garden Grill and Bar. А вот он у нас Виндхэм. Это отель Виндхэм. Место для дома. Там всего пройдем с ним. Отельчик. Люди. Напротив у нас UMS, это бывший МТС. МТС, я так понял, здесь больше не участвует в расширении сотовой связи Узбекистана. Такой отельчик. Были проблемы с дочерью Ислама Каримова. Я помню, писали в газетах, что она требовала взятки. Не знаю, насколько это правда. Опять же, это мне информация не проверена.
Но МТС нет. Есть ЮМС. Билайн здесь есть тоже, сотовая связь. Продолжается, кстати, неплохая связь. Пользуюсь Билайн, это не для рекламы, но в некоторых местах, конечно, провалы. Невозможно. Так, ну мы сейчас заканчиваем наше путешествие по C4. Кашгар Мавзеси. 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 Хорошо, пошли. Такое монументальное здание. Это все со времен Советского Союза. Так вот все. Красиво убрано в центре. Чистота и порядок. Говорит на этом дождь. Солнце у нас сзади. Выполнили мы осмотр достопримечательности массива C4. Кашгар. Посмотрим, что из этого получится. До новых встреч. Будем снимать дальше. Спасибо. Всего доброго.